меня тигра, просто всегда говорит, что у меня глаза красивые. У меня красивые глаза, ребят? О, кто-то уже написал, страшила. А как вам глаза мои? Я вот сейчас не накрашенная. А, как тигра зовут? Ага, вот я вам сейчас сказала. Мне все СМИ пишут. Пытаются выяснить, как мою тигрулечку зовут. А я здесь вот в прямом эфире рассказала. Нет тушки. Глаза супер, спасибо. Очень красивые глаза. Необычные. Спасибо. Лучшие глазки. Ой, спасибочка большое. Обычно ничего особенного. Но каждый имеет свое мнение. И даже такое, я не против. Главное, оно настоящее мнение. Вот как бы мне... Во. Всем привет еще раз. Да, опять для тех, кто против, что я веду прямые эфиры в машине, я их вновь веду в машине, потому что больше ничего не остается, как вести только их в машине, так как в остальное время я очень сильно занята. Черные глаза у тебя. О, меня кто-то сглазил? В чем черные? Они не... Он некрасивый, поэтому не показываешь. Как раз таки он очень красивый, и из-за этого я его не показываю, чтоб не забрал никто мое сокровище. Качели-то с тигрой разрешились, паспорт посмотрела. Кстати, он уехал, так и уехал, я забыла. Ничего, я сейчас прилечу в Москву. Вот, совсем скоро, уже в пятницу я буду в Москве, так что проверим. Береги себя, здоровья тебе. Спасибо. Ты где живешь? В Калининграде. Город Северодонецк. Привет. Я сигареты не курю. Я вообще ничего не курю. Так, здрасте. Бывший муж Балтийский. Не знаю, за его жизнью не слежу. Правильно, не нужно на показ выставлять мужика. Счастье любит тишину. Слушайте, счастье любит людей, которые хотят это счастье. Вот это вот тишину, не тишину, все это хрень болотная. Приезжаю на блины. Нет, не приеду, далеко. Чебоксары, привет. Привет. Да, София вообще потрясающий ребенок. Я ей, честно, купила обновочек. Я думаю, ей понравится все. Вот, сейчас привезу. Будет радоваться моя киска маленькая. Забакалию привет. Забакайл, привет. Челябинск тоже привет. Вам шлю, Челябинск, привет. Какие отношения с Том 2 у меня лично потрясающие. Привет из Балтийска. Балтийск, привет. Как настроение? Как видите, я улыбаюсь. Сашка, где в Москве живешь? У тигры всегда живу. А у вас двое детей? Нет, у меня мой лично пока что один ребенок. И у меня куча племянников, крестников, с которыми вот я тоже возюкаюсь. Так, а Костя показал свои, ты когда покажешь? Буду ждать. И вопрос, покажешь ли ты его вообще, а так супер. Ну, я же не участвую с Константином на перегонки, кто быстрее покажет свою вторую половинку. Я пока не хочу показывать. Привет из Ярославля. Ярославль, привет. Аборта нет, никогда не делаю. Считаю, что есть сейчас очень много методик, которые предохраняют нас от... ошибок, потому что аборт, это получается, человек же допустил ошибку. Вот, я никогда не делала таких ошибок. Саш, куда дочку в школу отдаешь? Я пока об этом не думала, потому что моему ребенку всего 5 лет. В школу я ее буду отдавать в 7 лет. И вот так вот. Пока я не думала. Какая прелесть, без тебя на Дом 2 тухло, правда. Может быть, я не знаю.
знаешь, Костя, вы были красивая пара, но, знаете, я любого мужчину украшу. Вот, а сейчас... И сейчас тоже. Дом 2 сценарий или все правда? Не знаю, я давно там не была, не знаю. Пожелаю моему ребенку здоровья. Я желаю здоровья, и чтобы ребеночек, если он болеет, чтобы ребеночек выздоровел. Сашуль, не подключаюсь к тебе, не поняла. Мерзкая. Такая уверенная. Да, я уверенная в себе дама. Привет, 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 привет. На Доме 2 никогда такого не было, что это прям сценарий какой-то. Просто были ситуации немножко наигранные, провокационные ситуации. Одни были подготовленные ребята, другие были неподготовленные. Прекрасно выглядишь, спасибо. Так, я никого и не слушаю. Вот. Привет, передай, пожалуйста, моему брату Ване. Ваня, привет. Да расскажи ты про виниры уже, тоже хочу. Зубы мои, виниры я не ставила, ставить не собираюсь, так что мне рассказать вам нечего. Это можно написать Харитоновой, кто там еще у нас с винирами-то? Кому-то, короче, еще. Мне не, можно об этом, не, меня можно об этом не спрашивать, потому что я не знаю. Нос кривой. Ничего страшного, Тигран Альбертович подредактирует, если что-то будет криво. А как на кастинге проходит? Кастинги проходят обычно, сидит кастинг-группа, менеджеры, которые задают вам некоторые вопросы. И если их устраивают ваши ответы, то они, соответственно, вас берут на Дом 2. Если их не устраивают ваши ответы, то вы идете дальше. Я не отбеливала зубы. Мне одной кажется, или Харитонова похожа срязка. Саша, она в 10 раз меньше, чем рязка. Мне кажется, рязка похожа на вот этого мэна, откуда он там, из-за границы, вот который был там, когда-то там на Дом 2 приходил, вот этот Барби Кен или кто он там. Сумка 2500 такая стоит. Начинаем здесь торговать. Казахстан, привет. Салам из Грозного, привет. Саш, жила ли ты когда-нибудь бедно? Приходилось ли экономить? Ну, я вам так скажу, и богатые люди экономят. Я не могу что, сказать, что я там как-то жила бедно. И я из обычной семьи. Вот. И сейчас я обычная девчонка, которая работает и не шикует. И, конечно, мне кажется, все люди, тем более сейчас, когда неразбериха идет в России, вообще как дальше существовать здесь, жить, все люди экономят. Саш, раскрой секрет какой-нибудь про Дом 2. Раскрыть секрет про Дом 2? Там работают потрясающие люди, которых я очень-очень сильно люблю. И, ну, наверное, в силу того, что у нас разные жизни, мы не общаемся, но там очень классный коллектив. Вот. Тигра не потерялся, Тигра сейчас в бане. Всегда думала, что на Дом 2 отбирают по фигуре из жизни. Просто как бы вроде человек сам по себе нормально выставляет какой-то шаболдой. А там нужны образы для того, чтобы вы смотрели, для того, чтобы вы это обсуждали. И, соответственно, образы эти негативные. Ой, классный секрет. Ну да, ну я не знаю. У меня нету секретов за Дом 2. Я не могу вам сказать, что вот знаете, а там вот это или вот то. Во-первых, я не подлый человек, я не буду рассказывать там какие-то рабочие моменты, это неправильно. Вот. Во-вторых, ну и там нету ничего какого-то секретного или сверхъестественного.
А волосы у меня не нарощенные, я волосы не наращиваю. За волосами ухаживаю. У меня определенная косметика в домашних условиях, то есть шампуни. Сейчас я пользуюсь L'Oréal, мне так нравится. Делаю ботокс, но я давно уже не делала, и сейчас просто уходы делаю. А София сейчас со своей крестной мамой, потому что я работала, и, соответственно, мама зарабатывала денежку, Софийка была с крестной мамой. Сейчас вот еду домой, но куплю много печенья сладкого, куплю сока, как ребенок попросил, и домой. А, Ксюша Ивановой привет. С Константином мы не поддерживаем вообще общение, это ни к чему. Тигра в постели, но не зря же он тигра. Он тигра во всех смыслах. Так, игнорщица, неправда. Иногда я что-то не замечаю. Сохрани эфир. Хорошо, Рапунцель разводится с Димой. А, блять, ну извините, конечно, но разводиться из-за телефона, ну ёб твою мать. Ну не может тебе мужик купить телефон, сейчас другие затраты, ну и хорошо. Пусть лучше ты будешь сидеть в квартире в своей. Привет. Чем ты будешь, блядь, сходить с телефоном, который у тебя или своруют, или еще что-то? Не читаю. Потому что вот ребенок пришел, все, я не могу уже читать никакие смс-ки. Вот это, дитя мое. Все, мы поехали. Вот, пока.